В большом концертном зале имени Сайдашева прошел праздничный вечер в честь 75-летия заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан и Российской Федерации, а также профессора Казанского федерального университета Рагде Халитова. Вечер был посвящен не только юбилейному дню рождения артиста, но и 55-летию его творческой и педагогической деятельности. Рагде Фатыхович всю свою жизнь посвятил служению Казанскому федеральному университету. В далеком 1964-м молодой ассистент, наверное, и не представлял, что станет уважаемым деканом музыкального факультета. Рагде Фатыхович очень многогранный человек. Говорят же, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он, конечно, в первую очередь великолепный педагог, он известный ученый, он занимается проблемами этномузыкологии, он очень хороший исполнитель, человек, которого знают далеко за пределами нашей республики. Поздравить юбиляра пришли не только родные и близкие, но и председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, а также в концертном зале прозвучали музыкальные поздравления в исполнении народных артистов Татарстана. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.